Казанском университете стартовал ряд мероприятий, посвященных празднованию Международного женского дня. Все подробности далее. Недаром Международный женский день также часто называют праздником весны. В это время нас часто радует теплая и солнечная погода. И вот приближение этого замечательного праздника решили отметить учащиеся лицея имени Лобачевского Казанского университета. Талантливые учащиеся талантливы во всем. В этот день ученики лицея порадовали зрителей песнями, танцами, стихами и игрой на музыкальных инструментах. На самом деле дети наши очень любят выступать и организовывать концерты по любому поводу. Но вот в честь этого праздника женщин, мам, любимых, красоты женской, женского ума, женской щедрости души, мне кажется, дети все это чувствуют и с особым энтузиазмом готовятся к концерту. Поздравления и пожелания получили не только педагоги и ученицы, но и их мамы и бабушки. Нужно поздравлять всех женщин, уважать их и дарить им счастья, добра. Я считаю, что женщина – это главное, что есть в жизни. Они дарят нам жизнь и улыбку всем. Ребят, почему считаете важным отмечать этот праздник? Потому что нам очень важны наши женщины, и нам очень важно их поздравить в этот день. Мы вас очень любим. Без прекрасного пола жизнь не так прекрасна, их надо радовать. Тепла, любви, поздравляем, заботы. Директор лицея Елена Скобельцина открыла нам небольшую тайну. В следующем году участие в подготовке к концерту примут не только педагоги и ученики, но и их папы. Диана Жленкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс.